Армяне и их покровители продолжают распространять лживую информацию в соцсетях, ведут разведывательно-провокационную работу против Азербайджана. Как сообщает Daily AS, на этот раз армянские телеграм-каналы распространяют представленное выше фото, как якобы снимок командира сирийской группировки Султан Мурат, мол, якобы он сейчас в Азербайджане и воюет. А вот оригинал этого снимка. Армянская пропагандистская фейк-машина работает на всю мощность, и поэтому призываем быть бдительными с ними.